Обновленный пункт технического обслуживания и ремонта техники 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде был просто необходим. Более 30 лет в старом помещении не было ремонта, и условия, конечно, не соответствовали ни времени, ни, самое главное, безопасности. А потому открытие получилось торжественным. На него были приглашены заместитель министра обороны по вооружению Сергей Симоненко и командующий силами специальных операций Вадим Денисенко. Они и перерезали красную ленту. Среди боевых бригад Беларуси такого объекта нет ни у кого. Брестские военнослужащие смогут выполнять ремонтные работы вооружения и военной техники в достойных условиях. Все цеха позволяют для 38-й бригады, именно говорю, беру 38-й, ремонтируем всю бронетанковую технику, для БТРы, Кайманы, здесь полностью может проходить. Дополнительно есть пункт зарядки всех аккумуляторных батарей, неважно автомобильных, бронетанковых, все это обеспечивает. Надежное хранение сухих аккумуляторных батарей, причем недопущение воровства и всего остального. В зимних условиях мы можем заряжать батареи малыми токами, для этого созданы тоже. Здесь же у них есть место для приема пищи. Здесь есть классы, в которых их будет проводить инструктаж, подготовку и все остальное. То есть, ну, полный, вот мы замкнули весь цикл, который необходим для ремонта нашей техники. Все старое и нефункциональное, что было на пункте технического обслуживания и ремонта, убрали и заменили новым оборудованием. Капитальный ремонт проводили, учитывая и соблюдая все требования по безопасности труда и военной службы. Теперь выполнять поставленные задачи ремонтная рота сможет комфортно и безопасно. Улучшение условий труда – цель, которой стремятся в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Ведь за последнее время здесь произошло немало обновлений. У нас построена солдатская баня, новая, с нуля. У нас откапитален спортивный зал, в котором сейчас проводятся и чемпионаты сил специальных операций, и чемпионаты вооруженных сил. Казарма откапитальна. Сейчас пункт технического обслуживания и ремонта. Ну, в дальнейшем, надеюсь и уверен, что у нас парк, вот этот парк, где мы сейчас находимся, приведем в парк будущее вооруженных сил. Откапиталим хранилище для техники, для хранения техники. В скором времени в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде будет осуществляться перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации. А это значит, что пункт технического обслуживания и ремонта без дела стоять не будет. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания Бук ТВ.